Британия более не христианская страна и должна перестать представляться таковой. Такой вердикт вынесен в результате специального исследования о месте религии в современном обществе, что вызвало яростную реакцию министров и членов англиканской церкви. Специальная комиссия, в которую вошли религиозные лидеры всех конфессий, работала 2 года под председательством бывшей старшей судьи баронессы Батлер-Слосс и теперь призывает к систематической дехристианизации общественной жизни Британии, сообщает издание The Telegraph. Работа комиссии по вопросам религии и верований в общественной жизни была серьезно воспринята и вызвала сугубые дебаты из-за влиятельности тех, кто стоит за ней. Комиссия утверждает, что снижение посещения церквей, рост количества приверженцев ислама и других верований требует нового места для христианской веры в Британии, повышение внимания к нерелигиозным взглядам и нехристианским конфессиям. Доклад вызвал яростную критику со стороны кабинета министров и назван серьезным заблуждением, а Церковь Англии заявила, что он есть плод деятельности гуманистов.